Они из года в год доказывают, что ничем не отличаются от других. Они люди с особенностями. И школьники, и студенты, а теперь еще и взрослые приняли участие в национальном чемпионате профмастерства «Обилимпикс». Участники прошли региональный этап, призеры попали на всероссийский. Их цель не только показать свои возможности на всю страну, но и доказать, что они ничем не хуже. Доказать всем, что инвалидность – это не является каким-то препятствием в выполнении профессиональных навыков. И доказать обществу, что проблемы на самом деле не существуют в среде, в работающей среде. Участникам «Обилимпикса» сегодня вручили благодарности и памятные подарки, а после оргкомитет обсудил планы на следующий чемпионат. Студентам, школьникам, специалистам, которые имеют ограничения в здоровье, инвалидам, конечно, очень важно еще и то, чтобы они в своей профессиональной жизни также состоялись. Конечно же, вопросы трудоустройства, они идут здесь, наверное, не просто параллельно, они вытекают, наверное, из той деятельности, которая как раз направлена на развитие движения «Обилимпикс» в нашем регионе. Мы понимаем, насколько важно таким категориям граждан показать свои знания, умения, раскрыть свои таланты. И поэтому мы в прошлом году расширили количество участников и наравне со школьниками, студентами в чемпионате «Обилимпикс» в Ярославле принимали участие и специалисты, лица с ограниченными возможностями здоровья до 65 лет.